Трудно спорить с тем, что соцсети, всевозможные блоги и сайты прочно обосновались в нашей жизни. Какую роль играет интернет? Каково его ближайшее будущее? И какие несут за собой угрозы, казалось бы, безобидные аккаунты? Об этом и многом другом порассуждал с будущими журналистами Алексей Венедиктов в рамках визита в Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ. Соцсети являются таким вирусным носителем, правды и неправды, но очень влиятельным вирусным носителем. Главный редактор «Эхо Москвы» поделился со студентами интересными подробностями своей работы, а именно планами открытия нового отдела на площадке радиостанции, которая должна взять на себя ответственность работы с социальными сетями. Решение о создании этой редакции было принято ровно в этот понедельник, и сейчас главное понять, чего я от нее хочу. То есть я хочу всего и многое одновременно. Также Венедиктов отметил, что несмотря на то, что социальные сети уже можно рассматривать как мощное оружие и одновременно как потенциальную угрозу, универсальных и беспроигрышных способов работы с ней пока еще нет. Но в одном можно быть уверенным абсолютно точно – успеха работы в сети добьется тот, кто научится выбирать действительно нужное и правдивое, отсекая и не тратя время на все остальное. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.